центральный вход, где все заходили и стояли в очередь на пропуск металлоискателя, где открываешь сумки, показываешь. Буквально нам оставалось 10 человек, за нами еще были люди, кто еще более опоздавший, и началась стрельба просто по зданию. С улицы началась стрельба, и мы не поняли, стекла, видимо, очень плотные. Они ждали эффекта, что они сейчас автоматной очередью разобьют эти стекла и просто войдут в помещение. И начнут свое расстрел. Прям вот им не удалось, и им пришлось в обход идти еще там метров 200 до входа. Их план не сработал. И пропускных пунктов мы были поодаль, мы были не ближе к стеклам. Мы были на 4-м пункте. И когда уже они вошли в помещение, и кто-то крикнул по нам «стреляют»,